те, кому не сидится на месте, кем движет дух приключений, кого увлекает туризм, путешествие на мотоциклах – самый лучший способ активного отдыха. Бескрайние просторы России – это десятки тысяч верст, исторических мест и незабываемых впечатлений. Большинство маршрутов мототуристов проходит по Сибирскому тракту, самому длинному сухопутному пути Евразии. От Москвы до парома на Сахалин – 8812 верст. От Санкт-Петербурга до Пасьета в Приморском крае – 9374 версты. Сибирский тракт – это самая большая дорога Евразии. И она не просто самая большая, она создала Россию. И вдоль этой дороги огромное количество достопримечательностей, историй всяких интересных, легенд. Вот. И вот тот, кто не ездил по Сибирскому тракту, вот он, я считаю, не может почувствовать Россию по-настоящему. Ассоциация «Сибирский тракт» и товарищество «Сибирский мотоциклист» создали совместный проект по развитию внутреннего мототуризма. Участникам предлагается совершить путешествие по Сибирскому тракту с посещением исторических мест, уникальных культурных и природных объектов и стать обладателем знака отличия «Сибирский соболь». На мотоцикле путешествовать везде хорошо. И по всей России, и по Сибири в частности. И номинацию делали эту «Сибирский тракт» именно для того, чтобы показать, как много хороших историко-культурных мест находится, которые мы даже и не подозревали, что они есть. Можно увидеть много удивительного. Ты проезжаешь, едешь по тайге. Через час ты уже где-то в горах. Через час ты в степи. Понимаете? И все это «Сибирский тракт». И все это на одной дороге. Вот, а поэтому ехать на мотоцикле по Сибирскому тракту, это, я вам скажу, огромное удовольствие. Сейчас по Сибирскому тракту хорошая дорога сделана, федеральная трасса. И всегда можно с федеральной трассы свернуть в сторону и увидеть вот очень интересные достопримечательности. Существует 5 степеней признания мототуристов. Первая степень присваивается за преодоление расстояния в 600 верст и посещение 5 исторических мест. Вторая степень присваивается при наличии предыдущей, причем параметры, достигнутые ранее, не складываются с последующими. Каждая новая степень – это увеличение продолжительности маршрута и количества мест, необходимых для посещения. За преодоление одной степени мотоциклисту вручается знак отличия «Соболь». Самой высшей степени признания 5 соболей удостоятся те, кто преодолеет 8839 верст и посетит не менее 14 исторических мест. Для этого необходимо будет проехать весь Сибирский тракт за одно или два путешествия. Ознакомиться с картой Сибирского тракта, объектами для посещения и составить свой маршрут можно на сайте siptrakt.ru. По завершении путешествия мототуристы предоставляют отчет. Фотографии на фоне объектов культурного и исторического наследия, фото чеков при обслуживании на автозаправках, туркомплексах и сервисах, расположенных на Сибирском тракте. Отчеты необходимо присылать в группу «Сибирский мотоциклист» ВКонтакте.